Привет-привет, ребята! Сегодня утро среды, вы уже проснулись, включили свои телевизоры, а значит, с вами снова я, Флекс, и мы будем вместе с вами сегодня разминаться. Разминаться в стиле локинг. И помогать мне, как обычно, будут мои друзья Димон, Даня. Привет. Даня. Тёмыч. Привет. И Дима. Оп, молодец. И мы начинаем вместе с вами. Первое основное движение нашей разминочки. Шаги в сторону. 5, 6 с правой ноги. И второе движение. Перемещение из стороны в сторону. 6, 7 и во. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, во. Третье движение вперед, вперед, назад, назад. 5, 6 с правой. Во. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, во. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, во. Это была наша разминка, ребята. И теперь поехали дальше. И теперь давайте вспомним, какое же движение мы учили с вами вчера. Это было движение wrist roll. И вместе со мной его будет вспоминать сегодня Димон. Мы поднимаем руку наверх, поворачиваем ее от себя, потом к себе и опускаем. Все очень просто. Включаемся и начинаем делать вместе с нами. 3, 4. Это было то самое движение wrist roll, которое мы с вами учили вчера. А сейчас мы с вами выучим новое движение. Оно называется up and lock. Наверх и замок. Замок. Именно лок, замок появился самым первым в стиле локинг. Именно с него пошел весь этот стиль. Это движение означает просто остановку после вашего танца. Вы танцуете, вы начинаете очень много танцевать, двигаться, но вы обязательно должны сделать замок, а именно остановиться. И давайте вместе с нами его выучим. Первое. Вы поднимаете руки наверх, показываете, какой вы сильный или сильная. Если в этот момент зайдет в комнату ваша мама, повернитесь к ней и скажите: «Мама, я силач, у меня такие большие мышцы». Вы сильный. Первое движение. Раз. Второе. И вытянулись по стойке смирно, опустили руки вниз и стоим. И завершаем движением лок. Вытягиваете руки вперед, немножко сгибаете. И берете, представьте, что вы взяли две трубы и держите их перед собой. И начинаете вести локти. Оп! Согнулись, держим трубы. Никуда не убираем свои руки, просто держим эти трубы. И раз, два, три, фо. Раз, два, три, фо. Димон, давай сделаем вместе с тобой. У тебя немножко не получается. Возьми трубы перед собой, держи их и выводи локти вперед. Вперед. И немножко сгибаемся, уходим вниз. Пум. Пум. Вот. Теперь правильно. Фо. 5, 6, 7. Во.
И, ребята, давайте мы с вами потанцуем движение up and lock. Берем третий шаг из разминки. Вперед, вперед, назад, назад, вперед, вперед, назад, назад. И начинаем его делать вместе с up and lock. I remember laying eyes on you. All I thought about was living life beside you, boo. All I wanna do is be the perfect guy to you. Tell you the truth, it's like, cause I'm feeling like it's calling me. I'm trying to hold on but falling. Seem quite far to me. I stay strong but it's hard to be. Cause something bringing out the dog in me. When I'm deep in my zone, we chat on the phone. I lower my tone, steady plotting on taking you home. Getting all inside of your dome, making you moan. You should've known. As I'm seeing you here, mommy, I know you peeping my stare and feeling my glare, brother, thinking about unrolling the bear stroke. Ну, ребята, наша утренняя разминка подошла сегодня к концу. Вы выучили самое первое, самое основное движение, которое называется up and lock. Запомните его очень хорошо, потому что с этого начинается путь настоящего локера, настоящего танцора, который танцует стиль локинг. И я всех вас жду завтра с самого утра для того, чтобы мы начали день с веселья. Пока!